у центра оказания медицинских послуг Гомельский областный клиничный роддом, максимум одна из самых дорогих больниц в регионе. Правда, сами женщины об этом часто навык не догадываются. Все выдатки берет на себе бюджет. Сродки, которые выдатковываются на медицину, сегодня сярод наибольш значных артикулов бюджетных расходов. Это позволяет не просто набывать сучасное обсталевание и высокоэффективные леки, а и достигать головной меты – заховывать житё людей. У Гомельском областном роддоме кажут, что еще году 15-му об таким узровне техничной оснащенности навык не марили. Уже раз некалькі годин после нарождения дитяти медики проведут первое обследование и назначат ответный курс лечения, часто вельми нетанного. Выхаживание одного недоношенного ребенка в отделении реанимации интенсивной терапии в сутки обходится в $1000. Это уже подсчитано в мире. Ну и у нас не меньше. Вот, считайте. Конечно, для бюджета это достаточно весомо, но государство идет на это. И бывает, что лечение для тяжелой пациентки с тяжелыми заболеваниями или осложнениями беременности тоже обходится в копеечку, однако государство на это денег не жалеет. Нельзя сказать, что в роддоме бюджетные гроши никто не лечит, а на молодых мать не экономить. Бдай один, за что женщинам приходится платить, так званые партнерские роды, когда при нарождении дитяти присутничают муж те иншие родные. Все остальное бесплатно, включая 5-разовое сбалансованное харчевание. У гомельчанки Алины Чорной сёлета народилось уже другое дитя. Каже, что задоволена усім и относинами медперсонала, и умовами. На ужин либо каша, либо картофельное пюре там, да, с каким-то мясом или рыбой, либо какой-то другой гарнир. Каша, например, гречневая с творогом, либо каша с йогуртом. Ну, соответственно, между завтраком и обедом полудник и полудник между обедом и ужином. Сегодня у Гомельском областном роддоме поспехово выходживают детей, вага яких при нарождении не превышает 800 граммов, а маль у 3 раза меньше звычайного. Причем это уже лечится нормой. Зараз в отделении для недоношенных детей находится 25 немовлят. Нехто приведет тут тыдень, нехто больше к месяц. На каждого из них у сутки бюджет выдатковый до 100 рублей. И те дети, которые раньше не могли выжить, они выживают, и мы можем выхаживать детей, которые родились с весом меньше килограмма. Самый маленький ребенок, вот у нас лежал в отделении, девочка лежала с весом 630 грамм при рождении. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».